Сборы проходят хорошо, тренируемся в двухразовом режиме, нагрузки хорошие. Ножки, скажем честно, побаливают, но это нужно, через это нужно пройти, чтобы ко второму сбору уже подойти в физических кондициях. Ну, увеличиваем нагрузку, готовимся к старту первенства, который стартует 10 июля. Времени не так много, поэтому нужно очень серьезно готовиться. Ну, мы начинали с одноразовых тренировок, в это время проходили углубленное медицинское обследование. Всем дали допуск, поэтому так понимаем, что всем готовы уже и к дальнейшей работе, и к двухразовым тренировкам. Я думаю, что ребята все профессионалы и все в отпуске поддерживали форму, потому что ее легче поддерживать, чем потом набирать. Растерять ее очень быстро, а потом набрать очень тяжело, энергозатратно. Поэтому ребята все в форме, все готовятся, все знают и чемпионат ФНЛ, что очень тяжелый, и по переездам, и по графику, и по играм. И сейчас те команды, которые остались в ФНЛ, укрепились, и те команды, которые сейчас зайдут со второй лиги, я думаю, что они тоже не будут аутсайдерами. Тоже будет интересный график игр и интересная команда. Первый же день сразу все друг друга тепло встретили. Понятно, что 3 недели это не так много, но все равно за это время успели соскучиться. Но лично я по всем. Сейчас все мысли на подготовку к сезону и хорошо начать. Первая игра на сборах. Про нашу команду могу сказать. Постепенно втягиваемся. Такая тренировочная игра, про молодежный состав могу сказать. Хорошие ребята, молодцы, стараются, тоже готовятся. Это первый матч, но здесь основное было, что какой уровень движения показала команда. В принципе, мы довольны, что они достаточно много двигались. Понятно, что уровень взаимодействия и все остальное оставляет желать лучше на данном этапе, но мы владели мячом, практически не дали ничего создать, сами создали много голевых моментов. Но еще раз говорю, на данный момент уровень технического там оснащения и взаимодействия немножко страдает. Трое новичков у нас на просмотре. Вот. Ребята неплохие. Видно, что хотят сюда попасть, стараются, показывают свои возможности, плюс. Готовимся, смотрим, обсуждаем. У нас еще есть время, чтобы досконально за это время, за оставшиеся там 4 дня их изучить и прийти к какому-то выводу. По вратарям новичков нету. Все наши ребята, местные воспитанники, ну и костяк, который был у нас, все работают. Все знают мои требования, ну и требования главного тренера. Все работают, пашут, выкладываются на полную.